мы провели на этих островах 186 дней. Мы – это кинооператор Игорь Мармелович, режиссер Валерий Горбацевич и журналист Георгий Зубков. Острова лежат в нижнем течении реки Святого Лаврентия, там, где расположился Монреаль, город Всемирной выставки 1967 года. Теперь всем известно, что Монреальская экспозиция превзошла своих предшественниц в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе. За 6 месяцев ее посетило 50 миллионов человек. Но тогда, накануне открытия, поднявшись на вертолете над выставочными островами, мы удивились обилию машин на стоянках перед кассами Экспо. Все началось с этого выставочного Адама. Вон тот господин в центре, в коричневом пиджаке и с галстуком бабочкой. Первый посетитель Всемирной выставки. Он не вошел, а вбежал на выставку. За ним побежали другие. Такого тоже не знали ни Париж, ни Нью-Йорк, ни Брюссель. Это повторилось 186 раз, ровно столько, сколько дней трудилась выставка. Запруды образовывались у одних и тех же дверей. У экспозиций Канады, Чехословакии, Франции, Англии мы отдавали им должное, однако про себя с удовольствием отмечали главное направление людского потока. К нашему павильону, к этому серпу и молоту. Они присматривались к нам, мы присматривались к ним. Мост, по которому мы каждое утро ехали на выставку, носит имя Жака Картье. Четыре столетия назад на таком вот паруснике французский путешественник первым из европейцев проник вглубь Канады. Моряки поднялись на гору, и взору их открылся чарующий пейзаж. «О, Мон-Рояль, Королевская гора!» — воскликнул Жак Картье. Это название так и осталось за городом, теперь самым большим в Канаде. А тогда с вершины холма Жак Картье едва разглядел индейское поселение. Священный столб-тотем охраняет от злых духов и приносит счастье. 500 000 канадских индейцев, загнанных в резервации, потеряли эту веру.
только там или на выставке, где и сняты эти кадры, увидишь декоративное поселение иракезов. Те, кто оттеснил на безжизненный север коренных жителей канадской земли, построили свои столбы из стекла и бетона. Вместо птиц и животных на этих устремленных к небу банках и конторах появились изображения франка, фунта стерлингов, доллара. Сначала здесь обосновалась Франция. Ее переселенцы заложили в устье Святого Лаврентия город Квебек. Спокойной выглядит столица французской Канады, и эти чугунные пушки стали памятниками старины. А в свое время их выстрелы утверждали новых владельцев речной долины. Французские колонии захватила Англия. Было это давно, во второй половине 18 века. Когда шагаешь по улочкам Квебека, останавливаешься будто на Монмартре, у выставки художника, торгующего рисунками, может показаться, что потомки забыли распри прошлого. Но поговори с истинным квебекцем и почувствуешь антагонизм канадцев французского и английского происхождения. И это не просто эхо битвы за Квебек. Это следствие того неравенства, которое испытывают в повседневной жизни выходцы из Британии или Лангедока. Пожалуй, только в одном проявляется совершенное взаимопонимание канадских англичан и французов – в неприязни к американцам. Янки считают Канаду своим 52-м штатом и чувствуют себя здесь как дома. Въезд на Экспо был прямо с моста, но только для такси. Все остальные машины проезжали мимо, на стоянке, пока вдруг не попадался такой упрямый водитель. Это вдруг случалось часто, и по неофициальной статистике самих полицейских, из 100 раз 99 с американскими туристами. Они не привыкли к запретам в Канаде. Открывалась в 9 утра, а павильоны в 10. Люди ждали целый час в очереди. Может быть, этому господину или этому? Попалась на глаза корреспонденция Генриет Хилл из Монреальской газеты, которая так и называется «Газет». Нам пришлось постоять в очереди, чтобы попасть в павильон Советского Союза, который, безусловно, является главным гвоздем Экспо, писал автор. Мы безропотно решили ждать, ибо далеко не каждый день совершаешь путешествие в чудо. Первые дни выставки павильон брали штурмом.
полицейские, прикомандированные к нашему павильону, вынуждены были один эскалатор остановить. В Северной Америке с любопытством и интересом. Русские идут. Эта фраза обошла чуть ли не все газеты, звучала в эфире, попала на киноэкран. О нас знали мало, вернее, почти ничего, потому что даже это мало фаршировалось небылицами. Русские пришли. День ото дня, от недели к неделе опрокидывались ложные представления, отвергались навязанные убеждения, накапливалось удивление от увиденного собственными глазами. И первое, чему пришлось удивиться, что СССР – это не только Россия, это братский союз 15 равноправных республик. Позвольте, а как же резервации? Национальная эксплуатация. Бесплатная медицинская помощь? Приходишь к врачу, говоришь «здрасте», и он тебя лечит? Не может быть. Один такой комбинат перерабатывает нефти вдвое больше, чем все заводы старой России. Здорово. Нефть добывают из моря? Чудеса. И этим русские собираются устрашить Америку? Лазер? А куда прикажете девать медведей, которые разгуливают по вашим городам? Советские часы экспортируют в Швейцарию? Сюрприз. Да. Во всем этом нужно разобраться. Они шли и шли на свидание к нам. Thank you.
пошли на свидание к ним. Ничего не скажешь, дороги эти хороши. И те, кто ездит по этим дорогам каждый день, и те, кому они в новинку, боятся в пути встречи с дождем. Мокрый бетон – беда для шоферов. В тот дождь на этом шоссе было 8 катастроф, 8 смертей. А скорость никогда не снижается. Те же 60-70 миль в час, около 100 километров. Лишний километр – лишний доллар. Эти дороги сродни знаменитой парижской Эйфелевой башне. Она ведь тоже на рубеже 2 столетий была построена для Всемирной выставки. Ожидая главный поток туристов именно по автомобильным маршрутам, Канада возводила эти шоссе. Не задерживаясь в пути, минуя пригороды и забитый машинами центр Монреаля, турист прямо попадал к стоянкам Экспо. Жителей Монреаля более 30 национальностей, но чаще всего здесь говорят по-французски. Слушайтесь не только в эту песню, но и в название улиц и площадей города. Папино, Бодри, Сен-Дени, Марше Бон-Секур. Вы словно в Париже, не правда ли, если бы не эти небоскребы? Экспансивный, горячий, истинно гальский характер обитателей города резко контрастирует с чинным, порой чопорным, пуританским укладом их жизни. Монреаль
и типично англосаксонский город. А небоскребы, машины, уличные пробки, рекламы – это уже на американский манер. Суть дела не во внешнем сходстве. На каждом шагу в городе банки. Чей капитал хранят их сейфы? В одной книге о Канаде подсчитано, что каждый канадец – мужчина, женщина, ребенок – должен был бы выплатить более $1000, чтобы выкупить свою страну у южного соседа. Выбраться из финансовых джунглей. Изучим рекламу. Форд, Тексако, Эссо, Кока-Кола. Все это факсимили американских монополий. Даже этот стоп-сигнал двуязычный. На одной стороне надпись по-английски, на другой по-французски. Шапки долой. Русские поразили весь мир своими достижениями. Пропаганда. Долой предвзятое мнение. Очень хорошо. Очень интересно. Браво, СССР. Не ожидал. Я не пошел в школу и остался доволен. Я американец. Но мне ваш павильон понравился больше. И все это достигнуто с рабочим классом у власти. Ваш мир социализма – надежда человечества. Это записи из книг отзывов. Все во имя человека, для блага человека. Таков закон нашей жизни и таков был девиз советского павильона. Почти 10 тысяч экспонатов рассказывали о том, чего добилась за полвека народной власти первая страна социализма. Монетки, брошенные на счастье. Это чтобы когда-нибудь приехать в нашу страну. Каждого, кто приходил в павильон, встречали как желанного гостя, но все-таки одного встречали с особыми почестями – миллионного посетителя. А потом был двухмиллионный, пятимиллионный, десятимиллионный и пятнадцатимиллионный. 15 миллионов человек побывало в советском павильоне. Больше, чем в любом другом. Наша аудитория практически равнялась всему населению Северной Америки. Десятки радио и телевизионных компаний континента вели передачи из павильона. Хорошо известно, как трудно пробиться правдивому слову о нашей советской жизни в американский эфир. Что же побудило заокеанские станции наперебой рассказывать об исполине ускорителе для исследования атомного ядра в русском городе Серпухове?
или о самолете сверхзвуковой скорости Ту-144, которому вместо полусуток хватит всего 3 часа, чтобы совершить рейс из Москвы в Монреаль. Рассказывать о первом в мире ледоколе, который движет ядерное горючее. Или об этом реакторе, где будет опресняться морская вода. И, конечно, о звездных трассах советских космических кораблей. Невозможно было перечеркнуть желание канадцев и американцев встречаться с советским человеком и его новым миром. Этот интерес, подобно заряду динамита, проломил брешь в стене молчания, дезинформации, враждебной лжи. Этот интерес приводил в наш павильон людей от станка и боссов от политики, святых отцов и домашних хозяев, недругов и доброжелателей, сомневающихся и верящих в правоту социализма. Доброжелателей и друзей оказалось больше. Одной из гостей советского павильона была Жаклин Кеннеди, вдова убитого американского президента. Они открывали для себя Советский Союз. Мы открывали для себя Канаду. Наши окна выходили на этот двор. Пробыв в Монреале более полугода, мы невольно жили жизнью его граждан. Их повседневные заботы иногда становились нашими. Бастовали, требуя повышения заработной платы шоферы автобусов и работники метро, и мы вместе с другими монреальцами приобщались к толпе пешеходов. Домашние хозяйки бойкотировали лавочки, где повышались цены. И мы тоже обходили стороной таких предприимчивых хозяев. Мы готовы были встать в ряды этих демонстрантов и вместе с ними скандировать «Вьетнам вьетнамцам». Понятие «частное» обрело грубую реальность. Если висит надпись «частное», ты не имеешь права купаться в озере, оставить машину, даже ходить по земле. Нельзя фотографировать эти дома. Эти гаражи – это благополучие.
вдруг сглазишь. Частная, запретная зона. Последнее такси снимать не возбраняется. Своего рода реклама равенства в мире капитализма. Миллионер ты или нищий, владеешь заводами или торгуешь газетами, на кладбище тебя везут в модном Кадиллаке. Дай руку, дружище, я проведу тебя по островам Экспо. Ты будешь желанным гостем на празднике людей всей земли. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, toute couleur de l'été. Эта песня канадского композитора Стефана Вена была официально объявлена гимном Всемирной выставки. Ее признали лучшей среди 2000 песен, присланных в Монреаль на конкурс из 35 стран. On fait à chaque table une place qui t'attend. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. На своих ладонях острова держали целую планету. Она уместилась здесь, сжав до размеров павильона, территории 61 государства. «Земля людей» — так называлась Монреальская выставка. Устроители не просто повторили заглавие известной книги французского летчика, поэта и философа Антуана де Сент-Экзюпери, а выбрали темой Всемирной выставки. В столь разных павильонах документы эпохи собирались с одной целью – показать достижения человека в экономике, науке и культуре, дать общую характеристику человеческого гения. Человеческий глаз окунули в перенасыщенный раствор архитектурной фантазии. Но у гостей выставки еще осталось место для удивлений. У макетов, знакомящих с сегодняшним и завтрашним днем наших городов, они дивились тому, что за полвека их построено более 900. Тому, что наша индустриальная техника позволяет ежедневно предоставлять новоселам более 6000 квартир. И, конечно, тому, что квартирная плата составляет всего несколько процентов от доходов владельца квартиры. Крайний север в Канаде совсем не освоен.
и поселок Айхал в Якутии не удивлял, а просто поражал. Мороз под 60, а вы разгуливаете в летнем наряде. Дома, школы, торговые и культурные центры соединяют крытые улицы галереи. Выставочный транспорт был весьма различен по удобствам и по уровню технического совершенства. Только двое на этой выставке были на лошадях. Этот вид передвижения вызывал у нас антипатию. Как-то обидно делалось за парней, торгующих мускульной силой своих ног. Почти все они были студентами. Образование стоит недешево. В год более 500 долларов. Это только обучение, без квартиры и питания. Вот и вертели педалями. Моды на выставке соревновались в разнообразии с транспортом. Выставка днем, как и в утренние часы, имела свои традиции, свой час обеда. Чаще всего ели хот-дог. В буквальном переводе это значит «горячая собака», а в действительности самая обыкновенная сосиска, спрятанная в булку и снабжаемая всякими специями. И не только потому, что так скорее и проще. Еще и потому, что дорого зайти в ресторан или в бар. Обеденные цены в 5-7 долларов за одно блюдо далеко не каждому по карману. В обеденный час у одного из наших экспонатов гостей прибавлялось. Электронная духовка-волжанка, что называется, вмиг, за секунды пекла яблоки, а с гусем справлялась за 5 минут. Печеные яблоки явно нравились.
о вкусах и музах стоит спорить. Американские оркестры рекламировали себя, маршируя по выставке. Эти концерты в рекламе не нуждались. Мир социализма открывался не только в экспонатах. Славной чередой прошли по выставке национальные дни всех 15 республик Советского Союза. Апофеозом торжеств советских народов на Экспо 67 был Национальный день СССР. Как известно, для участия в торжествах Канаду посетила делегация во главе с первым заместителем председателя Совета министров СССР Дмитрием Степановичем Полянским. Официальная церемония встречи делегации проходила в канадской столице Оттаве, на площади перед зданием парламента. Ритуал проведения национального дня любой из стран был разработан еще до открытия выставки. В главных чертах один день походил на другой. Выводила на площадь наций, главную выставочную площадь, почетный караул, королевская гвардия. Церемонию сопровождал военный канадский оркестр, гремел салют, исполнялся гимн страны-именинницы и страны-хозяйки выставки, торжественно поднимался на флагшток государственный флаг. Так было и 15 августа, Национальный день СССР. Но церемония была необычной и волнующей. И не только потому, что это был наш праздник, праздник нашего государства, нашей Родины, а и потому, что он был окружен всеобщим интересом и всеобщим вниманием. Речи с трибуны площади наций товарищ Полянский говорил о том, что дальнейшее развитие и улучшение советско-канадских отношений отвечает интересам народов наших государств и будет служить делу мира во всем мире.
площади наций праздник переместился к площадке перед советским павильоном. Генеральный комиссар секции СССР на Экспо 67 Борис Андрианович Борисов от имени тех, кто замышлял, строил, обживал и трудился в павильоне, приветствовал почетных гостей. Люди прилетали, приплывали, приезжали на острова Экспо. Минуя границы государств, без иностранного паспорта, визы и таможенных формальностей, они совершали кругосветное путешествие. Они всматривались, вслушивались, вчитывались, вдумывались в чужую и свою жизнь. Они хотели вооружиться фактами, чтобы иметь право сделать выводы. Всемирная выставка «Будто карусель», смешав вместе с языками народов и экспонатами, аттракционами и музыкой людские судьбы, не только снабдила своих посетителей грудой информации, но и озадачила проблемами. Разная у людей их земля. Нерадостно, а тревожно чувствуешь себя среди этой пляски огней. Прошли 186 дней, и настал час расставания со Всемирной выставкой. Мы улетали в Москву. Она останется в памяти человеческой. Это всемирная встреча на двух островах. Останется, потому что внесла свою лепту в то, чтобы каждое утро было таким спокойным и безмятежным. Мирное утро земли людей.